Море. Вперед здесь руки. Здесь лобдер. Дыши. Вот здесь лобдер, а здесь здесь. Здесь вы сразу заваливаетесь. Так. Хорошо. А ты как всегда? Я затылки, я работаю. Все, встали по парам. Туда, пошли по парам. Встали по парам. Быстрее, быстрее. Вот туда встали по парам. Что ты здесь смотришь? Потом будешь ходить и говорить, ой, здесь не досталось пара. Мы вдаем туда. Что ты лежишь? Эй! Туда, Миша, встали туда. Расстабилированы и через партнер. Через партнера. Пошли. А вы сами делаете, да? Ну вот ты, мам, делаешь. Пошли. И обратно. И на их тишина поле. Да. Вот. А ты отсюда, перека. Вот. Хоп, еще. Еще. А ты там стой. И туда. Так. Хорошо. А сейчас категория на пой через партнера. Попка назад, держимся в цине. Страховка одной рукой. Все, выше оставим, выше, да разлишь сразу. Выше, Максим. Вот так, правильно, еще выше. И так, Максим, еще выше. Артур, лучше можешь ставить? Повыше палец. Повыше, да, чтобы он делал нормально. Хорошо. Видите, туда ушли. Так, партнер. Партнер. Вход в положение, пролезть между ног и встать, и друг за другом. Сюда и туда. Хоп. Пошли. Хоп. Кто первый? Хорошо. Вашу пару накажу, но неправильно делаю. Так. Приготовились, чехарда. Прыжки через партнер. Делайте хорошо, потом, когда вы приходите, вы делать не умеете. Я ставлю. Плохо делаете? Еще раз. Еще. Ага, не может получить. Я сказал, что... Хорошо. Вернулись туда. Так, партнер или садится, или на мельницу, и несем сюда. Здесь меняемся. Еще раз. Макс, на твоей невестке. На твоей Вернулись. На руках. На руках.
возьми пока. Возьми Дениса пока. Зачем бросаешь? Так, Матея, образовали круг, легли на живот, сунула борта. Все. Легли на живот. Так. Чем здесь вот это? Я считаю, пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что это такое у тебя? Это нет. Ты бред. Ты одного раза не можешь сделать. Семь, восемь. Что вы стоите? Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Да делай грудью доставай, ты самый здоровый. 27, делай быстрее. 28, делай. 29, делай быстрее. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Давай тебя. Хай. Давай, пару пяток. 36, 37, 38, 39, 40, 40 бьяна, 41, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ну что? Может быть, с девочками там посоревнуешься по отжиманиям? С волейболистами? Мальчики, борцы не можете сделать 10-15 раз нормально. Чем все лето эти каникулы занимаетесь? Футбол играет, плохо играете. В регби плохо играете. Нарды, в шашки, я не знаю, вообще играть не умеете. В карты не умеете. Ну что вы умеете играть? Отжаться они не могут 50 раз. А как вы хотите выигрывать? Может вас отвести на тэквондо? Те тоже в 3 раза сильнее. Я подумал, может, с ними соревнования сделать. Так мне стыдно будет. Вообще ни одного призера не будет. Что так тяжело утром встал, 10 отжиманий, 10 приседаний, пресс. Это получается, я сильнее вас. А мы, наверное, только играем с Александровичем. А про свою жену я вообще не говорю. Вы в подметки не годите. Волейбол не умеет. Баскетбол плохо. Волейбол плохо. Шашки, шахматы не умеет. Футбол нет. Большой теннис нет. Маленький теннис нет. Ну что вы умеете делать? Поэтому вам и неинтересно в спорте. Понимаете, в спорте неинтересно, потому что слабые. Раз человек слабый, значит он часто проигрывает. Человек придет просто сильный и все. Вы должны 100 раз отжаться, 100 раз спокойно присесть. Прыжок. Сейчас вот я проверю прыжок в длину. За 2 метра почти никто не прыгает. Прыгайте как девочки. Вот нормативы девочек. У меня внучка 6 класс за 2 метра прыгает.
А про другую внучку, которая в среднем классе, она летом подтягивалась 10 раз. Летом 10 раз, 3 класс. Я вообще не говорю. Да, сейчас меньше. Ну, 5-6. У меня дочка за 30 лет было двое детей. 5 раз подтягивается. А вы сколько? 20, 10. Как начинаешь проверять, Вера Ерофеева здесь. Не могли 3 раза сделать. Через день пришли, ой, мы сдали. Как вы сдали? Мы по 20 раз скажем. Как? Здесь 10 раз, там 20. Понимаете, потом пойдем на соревнования, это страшно смотреть, страшно. Сил нет, задыхаются, ничего не делаете. На санках, на лыжах не умеете, на санках не катаетесь. Что вы делаете дома? В телефоне сидите. Ну вы хоть в телефоне делаете что-нибудь такое социально значимое. Вот возьми, снимай. Район Чеканы, например, да, 100 там, 113 маршрут. Как он едет? Здесь, здесь, здесь люди будут пользоваться. Хоть что-то сделаете. Ну ни черта не делаете, блин. Что, учитесь хорошо? Вот кроме него, потому что он умный. Кто? Вот он. Абади? Да. Он всех умнее вас здесь. Он лучше всех запоминает. Он так же учится, как вы, но он лучше всех запоминает. Что, кто-то хорошо учится? Или ты хочешь сказать, что тебя учителя любят? Любят тебя учителя? Чувствую, что нет. Не все, да? Только директор тебя любит. Потому что она с тобой и тебя не учит, наверное. Поэтому и любит. Ну что вы хорошего делаете? Не в школе, блин, не дома. Что вы дома делаете? Ну объясните. Хоть подметать умеете? Да. Что вы умеете подметать? Вы веник видели хоть раз в жизни? Да, да. Значит, вы плохие спортсмены. Так, встали. Разбились попа. Вот, пожалуйста, сидит. Больной уже. Нет, чтобы ноги ходить качать. Он нет ногу свою поломал. А зачем ты падаешь на ходе? На велосипеде. На велосипеде. А ты туда есть или кто? Ты на голову падай с велосипеда, будет легче. Так. Встали. Встали по парам. Вот будешь стоять, и он будет делать. Быстрее, быстрее, быстрее встали. Значит, лечиться надо. Голову лечить. Да нет, посрать, да, ему все нормально будет. Блин, я вообще стал в шоке. Так, ты иди сюда. Нашел себе партнера. Он еле ходит. Да, был когда-то хороший. Сейчас он, у него сейчас нос, и что он и там, и здесь хочет быть самым крутым. Не получится, блин. Для этого-то я не существую, чтобы... Вот, пожалуйста, да, Медведев. Тренер ей не понравился, убежал на другую сторону. Вы что, лучше? 10 раз хуже выступаю. Тот же самый, не Надаль, Надаль. У него тренер один и тот же всю жизнь. Да, теннис большой. А Джокович хорошо выступал, потом то, не то, что плохо, то проиграл, то опять, то проиграл. Пока опять старый тренер не пришел. Будете менять тренировку, будет от вас кучка говна. Вот кого надо брать. Смотри, у него балуется. Сделай так, чтобы он не бался, чтобы он пахал. Иди сюда, остановись здесь. Ты работаешь, здесь что-то больное. А он будет стоять. А вы, если можно, вы сюда. Вы сюда вдвоем. А вы вон туда вдвоем. А вы сюда. Так, сейчас учкоми разогрелись чуть-чуть. Делаем учкоми. Что стоишь, Макс? Учкоми.